Ты видел все востоки в своей жизни? Таких ты точно не видел. Смотри, восток с батюшкой. Сделано в СССР. Смотри, какая очень любопытная моделька. Видишь, заводилка где? Сверху. Не по селедке, а вот тут вот сверху. Бизель крутится. Это так вот, может, батюшки с такими ходили? Выдавали им в храмах такие? Кто знает, напишите. Прикольная моделька. Вообще, блин, необычная. Белый циферблатик. Светомасса, он целенькая вся. Стрелка секундная красная. Бежит. Календропик проверил, работает. Да, слегка, конечно, потертый. Браслет такой вот. Желательно поменять на новенький. Отполировать их, почистить. Новую заводную головочку. И, в принципе, будет... А, еще и новое стеклышко поставить. И будут четкие такие редчайшие часики. Хочешь себе пополнить такую коллекцию? Тогда бегом, бегом перебегай по ссылочке описания моего канала. Забирай уже вот этот восток. Вообще, блин. Кстати, тут вот смотри, еще видишь? Вот похавала, похавала рукой чуть-чуть корпус. Хотя, ты можешь сделать как? Ты можешь их у меня купить, разобрать, корпус выкинуть на мусорку, на металлоприемку отнести, браслет так же само, достать вот этот циферблат с механизмом и поставить в новый свой личный корпус. Почему? Потому что это все с апдейпия, глянь. Такие ты больше нигде не найдешь, только у меня в продаже. Церковные, с батюшкой, патриарх какой-то. Жалко, что, конечно, фамилии его нету. Нарядный Восток. Пацаны, давайте бегом, шуриком, шуриком перебегаем и отрываем себе часики.